У нас будет проходить семинар по изучению традиции русского рукопашного боя «Буза». Вот основная цель визита. Будет артель кулачных бойцов и Череповца. Будут вологодские, собираются приехать ребята, бузники из Питера, из Твери, из Ярославля, с Петрозаводска, ну еще из других городов. Всех я не знаю даже. Ну, будет изучаться русский рукопашный бой «Буза». Будет рассказано о заветных сказках, традициях, в которых передавалась информация о воинской традиции русского рукопашного боя. Будет ознакомительно рассказано и показано традиция боевой пляски русской. Изучаться будет техника боя ножом, палкой, голыми руками, противодействие вооруженному противнику, нижняя акробатика, бой в партере и лежа. Ну, там очень много в программе написано, наверное, все не буду перечислять. Поэтому у нас такая очень насыщенная программа на эти дни. У нас старинная традиция, древняя, и поэтому все будет старое. Ну, новое, может быть, оно для кого-то в том смысле, что люди об этом забыли. Очень много стереотипов. Есть стереотипы, что воинские единоборства – это только Восток, или что это только спортивные, олимпийские. Но постепенно информация распространяется, и все больше и больше заинтересованных людей появляется. Ну, как всегда, я жду такого хорошего, доброго общения, обмена опытом, вот, и, ну, между участниками семинара. Ну и, конечно же, вот возрождение той преемственности, да, которая бытовала, то есть от старших дядек-наставников, в данном случае от Григория Николаевича Базлова, мы ждем вот передачи вот этого как бы глубинного знания для нас, молодых, чтобы мы дальше тоже могли его передать. Вот. А занимающихся очень много, и с каждым годом это количество становится больше. Вот. Людей, интересующихся русской традицией, становится тоже все больше. Вот. Количество множится. Дети, взрослые, очень много людей.